Новости Байконура. Два космических корабля доставлены на космодром для запуска на Международную космическую станцию в 2023 году, сообщает телеграм-канал госкорпорации Роскосмос. На космодром прибыли корабли «Союз МС-24» и «Прогресс МС-24». Они установлены на рабочие места для проведения процедуры входного контроля и дальнейшей консервации. Специалисты Роскосмоса осмотрят корабли, проверят механизмы раскрытия панели солнечных батарей и переведут их в режим хранения до начала подготовки к запуску. В настоящее время на космодроме идет подготовка к запуску транспортного грузового корабля «Прогресс МС-22», старт которого запланирован на февраль 2023 года, и пилотируемого корабля «Союз МС-23», который отправится к МКС в марте.